В Нижнем Новгороде одноименный клуб принимал лидера чемпионата московский ЦСКА. Петр Губанов 11 из своих 15 очков набрал уже в первой четверти, в том числе и пастеризировав в быстром прорыве Никиту Курбанова. Хозяева, правда, довольно часто ошибались, и армейцы наказывали их быстрыми прорывами. Например, когда после передачи Аарона Джексона забил Никита Курбанов. Семен Антонов провел в Нижнем 6 сезонов и не забыл, как забивать в кольца зала Нагорный. У Саймона сегодня 9 очков, 3 подбора и миллион аплодисментов зрителей. В стиле In Your Face можно забить не только сверху, но и трешку тоже. Не верите? Бросок Томислава Зубчича – лучшее тому доказательство. А вот Виталию Фридзону нужно чуть больше пространства для броска, но зато, когда он его после заслона получает – вынимай! К концу первой половины Нижний уже горит с разницей минус 10, но не сдается. После неудачной атаки Кенни Боинтона прорыв завершает Дижон Томпсон. Переломным моментом матча стало начало третьей четверти, когда пятый фол получил Боинтон. 7 его очков и 4 передачи – слабый результат для игры с ЦСКА. У его сменщика Сергея Марихина армейцы несколько раз отнимали мяч, как игрушку у ребенка. Дижон Томпсон, конечно, свои 15 очков набрал, но отставание Нижнего росло в геометрической прогрессии. Тем более, когда в атаку на всех парах мчался Дмитрий Кулагин. Вместо незаявленного Милоша Теодосича он сегодня наиграл на 13 очков, 9 передач и 4 потери. Особенно хорош был его парашют, который раскрыл Андрей Воронцевич. 101-65. Армейцы играючи расправляются в гостях с Нижним и укрепляют свое лидирующее положение во всем чемпионате.